плевать на этот поединок. Им всем хочется посмотреть на Саски. Но может мне и вовсе не радовать их боем? Почему бы просто не сдаться? К тому же мой противник — девчонка. Если ты сам не пошевелишься, я тебе помогу. Я еще не давал старта. Мне совсем без разницы, стану я тюнином или нет. Он довольно проворен, когда убегает. Знаю, что классному парню не пристало избивать девчонку. Но кто сказал, что я классный? Почему же вечно приходится драться с девчонками? Иногда так хочется стать облаком, плыть, куда влечет ветерок. Вот это по мне. Не люблю усилий. Ладно. Парень должен сделать то, что должен. Джитсу, режущий ветер! Теперь я понимаю. 15 метров 32 сантиметра. Вот дальность его нападения. Если я буду за линией, он меня не тронет. Выходи, трус! Что за... Он не останавливается! Темари! Над головой! Нет! Вот ты и попалась. Я сейчас. Джитсу клонирования. Так что? Понадобилось время, но теневой захват все-таки сработал. Оглянись, я тебе разрешаю. Из нее выпрыгнул Наруто и вырубил Неджи. Нора перед тобой. Та, куда он спрятался, они соединены. Он контролирует мое тело. Я беспомощна. К черту, я сдаюсь. Что? Что? Что ты сказал? Этот парень нечто. Победила Темари.